Ни один населенный пункт Якутии не должен остаться без почтовых услуг. Накануне Общественная палата Республики обсудила проект федерального закона, который предусматривает реорганизацию Почты России в коммерческое предприятие. Общественники считают, что все действия по реорганизации Почты России должны быть согласованы с органами государственной власти. Также проработаны вопросы управления государственным имуществом в уставе будущего акционерного общества. Как считают в профильном ведомстве, опасения общественников как минимум преждевременны. Социальная направленность Почты России будет сохранена. Законопроект исключительно направлен на изменение организационно-правовой формы в ГУП Почты России под непосредственным участием государственного контроля. Опасения, которые вызваны общественной палатой, они, конечно, во-первых, преждевременны, а во-вторых, мы говорим о том, что социальное значимое направление Почты России, оно сохранится, и оказание услуг, в том числе почтовой связи, будет обеспечено на всей территории Республики Саха-Якутия.